Школьники городского округа приняли участие в работе школы молодежного актива «На взлет». Она организована в этом году в рамках празднования 400-летия Люберец. Трехдневный интенсив прошел на базе 28-й школы. Там работала наша съемочная группа. Интенсивный курс обучения во время школьных каникул. Около 150 учеников старших классов посвятили свободное время участию в школе молодежного актива. В первый день работы форума с ними познакомился председатель общественной палаты городского округа Петр Ульянов и первый заместитель главы администрации Люберец Илья Мотовилов. Мое отношение к любому образовательному процессу только положительное. Вы правильно сделали, что вы встали на этот путь, потому что у вас есть, понятно, вы, ребята, молодые, у вас есть общеобразовательная школа, но посмотреть на многие темы, проблемы, быть общественно полезными – это всегда приятно. Работу школы молодежного актива поделили на три направления – волонтерство, арт-пространство и медиа. Каждый участник выбрал свое и прошел по нему обучение. В рамках этого интенсива их научат создавать собственные проекты, писать тексты, помогать людям. И это все в дальнейшем способствует их самореализации, профессиональному росту и более конкурентоспособными быть в среде поступления в вузы, в среде будущей профессии. По итогу трехдневного курса школьники создадут собственные проекты и презентуют их. Лучшие работы, которые отберут эксперты, получат поддержку и возможность реализации на территории городского округа Люберцы. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.